четверг поздно вечером пришло сенсационное сообщение из Южной Америки. С легендарного ралли-рейда «Дакар» в ходе 12-го этапа сошел с дистанции лидер общего зачета, испанец Карлос Сайнц. На 79-м километре спецучастка Volkswagen Matador угодил во враг. Результатом этой аварии стала травма плеча у штурмана Мишеля Перрена. Продолжать гонку было невозможно, и пилоты вместе с машиной тут же были эвакуированы на вертолете обратно к старту этапа. Таким образом, «Дакар» остался без главного фаворита. Благодаря системе GPS нам было известно, что на пути будет пара очень опасных мест. Мы следовали маршруту, который показывал навигатор, но постоянно оставались на правой стороне обрыва. Видели, что русло идет по кругу, и были немного удивлены этим обстоятельством. Тем не менее, мы продолжали двигаться по этой траектории и внезапно сорвались вниз. Дорога исчезла, и мы обнаружили себя уже на 4 метра ниже. Все произошло слишком уж неожиданно. Мишель сломал плечо. Теоретически мы могли продолжать свой путь, но доктора запретили делать это Перрену. Сайнц шел с солидным преимуществом в общем зачете, но теперь победу на «Дакаре» разыграют другие. И после 12-го этапа главным претендентом стал еще один представитель Volkswagen, южноафриканец Жениэль де Вильерс, который вчерашнюю стадию и выиграл. Ближайший его соперник, американец Марк Миллер, шел вторым после Сайнца, но так и остался на этой позиции даже после схода испанца, поскольку проиграл де Вильерсу 16,5 минут. На третьем месте расположился Джимми Гордон из США, чей «Хаммер» уступает Volkswagen южноафриканца более часа. Мотоциклисты, как и другие участники «Дакара», наконец-то вздохнули с облегчением. Песчаные дюны на 12-м этапе последние. Лучше всех с ними справился француз Сириль Депре, одержавший юбилейную 20-ю победу в жизни на этапах «Дакара». Но лидера общего зачета, испанца Марко Комо, он опять опередил ненамного, всего лишь на 1 минуту и 23 секунды, и поэтому Комо остался почти недосягаем. Депре вышел на второе место, но между ним и Комой полтора часа. На третьем месте Давид Фретинье, вклинившийся со своей «Ямахой» в между собойчик КТМов.